целью улучшения качества обслуживания и модернизации отделений почты Донбасса глава ДНР Александр Захарченко передал государственному предприятию 600 комплектов оргтехники. 21 марта в здании Донецкого главпочтамта состоялась церемония передачи Александром Захарченко компьютеров и принтеров всего 600 комплектов оргтехники государственному предприятию «Почта Донбасса». Данная акция организована в рамках госпрограммы, разработанной Министерством связи, и реализуется за счет средств, выделенных из фонда главы ДНР. Была разработана программа нашим министерством совместно с «Почтой Донбасса», учитывая высокую значимость такого института власти, как «Почта Донбасса», учитывая задачи социальные, которые стоят перед нами в области социальной политики и реализации логистических услуг, была реализована эта подготовленная программа, была передана главе. Программа была в полном объеме утверждена, были выделены все необходимые средства из фондов республики. И сегодня мы получили в полном объеме всю необходимую нам технику. Сегодня официально глава нам ее передает. Мы немного расскажем ему, куда и как будет использоваться эта техника по факту. И считаем, что данная помощь, она сможет не только построить эту отрасль, она сможет вывести отрасль на самый современный формат. Почта предстанет перед гражданами в ближайшие там, 2 месяца в совершенно новом виде, в новом технологическом формате, способной реализовывать самые сложные виды услуг, в том числе и, наверное, финансовые. Глава республики Александр Захарченко отметил, что на протяжении 10 лет в Донецкой области в составе Украины не обновлялась техника. Проблемы, которые возникали в отделениях почты, были серьезными, не хватало оборудования и качественной работы не проводилось. Теперь эта проблема будет снята. Благодаря модернизации работа почты станет более функциональной, а следовательно, жители республики смогут получить более качественные услуги. Оргтехника будет обеспечены все почтовые отделения ДНР. На данный момент их более 200. Вторым этапом модернизации почты Донбасса станет передача предприятию автомобилей. Данная церемония запланирована на следующую неделю.